Вот увидишь, Тики, с этим приложением я точно справлюсь. Добро пожаловать в мой дом. Меня зовут Маринет. Нет, неправильно. Молодец, Маринет. Я так нервничаю. Вдруг они ему не понравятся. Ну что, они красивые. Они должны быть не просто красивые, а идеальные. Мамин дядя известный шеф-повар в Китае. Он очень привередливый. Все должно быть на высшем уровне. Это он. Прячься, Тики. Нихао. Добро пожаловать к Маринет. Добро пожаловать к Маринет. Вы китаец. Нет, по-китайски. Куанлинло, во чача. О, нет, стоп. Добро пожаловать. Меня зовут Маринет. Кошмар. Аля, срочно выручай. Я не знаю, что делать с маминым дядей. Я тебе о нем рассказывала. У меня ничего не получается. Спокойно, Маринет, я все устрою. Потерпи немного. Спасибо, ты потрясающая. А что устроишь? Привет, Маринет. Эдриан, ну как? Что ты тут? Аля позвонила. Сказала, что тебе нужен тот, кто знает китайский. Вот я и пришел. Переводчик к твоим услугам. Нет, точнее, да. А где Аля? Чэньсифу, чэчэни тэйцэ лай палима? Бу, о 30年前 цэнцэн лай го чэли. Ни шо и кау лёли дэ чунго хуа. О, шэшэ, Чэньсифу. По-английски я говорю хуже, чем по-китайски. Не думал, что вы знаете английский. Что? Я тоже? О, нет, а я плохо говорить по-английски. Соревнование лучших шеф-поваров уже стартовало. Самые именитые мастера поражают нас своими гастрономическими шедеврами. Чэньсифу, для нас большая честь принять вас в финал нашего шоу. Вы сможете сразиться с лучшими поварами, которые дошли до этого этапа. Только один из участников получит звание лучшего повара в мире. Блюдо победителя войдет в меню ресторана «Ля Гран Пари» уже сегодня. Чэньсифу, расскажите, какое блюдо вы представите на конкурсе? Мое блюдо – это суп поднебесный. Вот как! Мы все очень много слышали о вашем легендарном супе, и сегодня мы его попробуем. Может, мне пойти с вами, Чэньсифу? Нет, спасибо, Эдриан. В кулинарии слова не нужны. Спасибо, Эдриан. Мне жаль, что побеспокоила тебя просто так. Я не знала, что он говорит по-английски. Не переживай, Маринет. Я с радостью попрактиковал китайский, тем более сифу. Сифу? По-китайски это значит мастер. Дядя твоей мамы – великий мастер. Кто это у нас здесь? Моя любимая подружка Маринет Дюпен Чен. Это шутка или твой двоюродный дедушка правда надеется выиграть, приготовив суп? Это даже не основное блюдо? Он что, не умеет делать суши, как все остальные? Суши готовят в Японии, Хлоя, а Чэньсифу китаец. Кстати, этот мой дедушка – лучший шеф-повар на свете. Его суп знают во всем мире. Я не ем супы. Ну и что? А ты не знала? Я в составе жюри, и мой голос твой дедушка точно не получит. Да? Ему для победы твой голос и не нужен. У других членов жюри вкус получше. Хотя у тебя, судя по одежде, вообще вкуса нет. Что? Не смей так со мной говорить! Ты об этом еще очень пожалеешь. Надо же, ты так заступилась за Чэньсифу, он бы тебя похвалил. Сомневаюсь. По-моему, ей ему не понравилось. О, нет, это не так. Он даже оборвал лепестки из цветов, которые я ему подарила. Чэньсифу – шеф-повар, Маринет, творческий человек. Он рассказал мне, что собирается добавить цветы в свой суп. Он сказал, что любит импровизировать, это его метод. Может, как раз он и имел в виду твои цветы? Думаешь, я ему и правда понравилась? Конечно! Просто таким образом он выражает свою симпатию.
Пенчен? Там вас ищет Маринет. Посмотрим, как другим членам жюри понравится такой супчик Маринет Дюпенчен. Маринет нигде нет? Не говорю по-китайски. Удачи! Как обычно, в число жюри гурманов входит Андре Буржуа, мэр Парижа и владелец этого роскошного отеля, его дочь Хлоя, представляющая молодое поколение, рок-звезда Джаггет Стоун и его убойный крокодил Клык, и, наконец, неповторимый шеф-повар этого отеля Марлена Сезар. И ваш покорный слуга Олег! Пришло время решить судьбу знаменитого супа Поднебесной от Чена Сифу. Время для пробы! Что это такое? Я думаю, этот суп наши гости не оценят. 3 балла из 10. По-моему, и выглядит не очень аппетитно. Так что я и пробовать не буду. И поставлю 0 баллов. Это даже хуже, чем поцелуй гориллы. Определенно 0. Простите, это несъедобно? 1 балл из 10. Я... Ничего не понимать. Я не добавлять этих ингредиентов. Это ошибка. Кто-то испортил суп. Простите, Чен Сифу, но я тоже ставлю вам 0. То есть общий счет 0,8 балла. Самый низкий результат. Ваш суп Поднебесной не войдет в меню ресторана в этом году. И вас не признают лучшим поваром. Что-то не так. Я уверена, что в этом замешана Хлоя. Я бы рад тебя разубедить, но я слишком хорошо ее знаю. Дядя Чен, вы наверняка ни при чем. Вернее, точно ни при чем. Ко всему этому приложила руку Хлоя. Это все произошло из-за меня. Я ее спровоцировала и... Как же мой суп Поднебесной? Я никогда не стану шеф-поваром. Нет, дядя Чен! В Китае очень дорожат репутацией. Давай подождем его внизу. Сегодня обители великого повара. Я чувствую, буквально слышу, как его сердце жаждет отмщения. Лети, мой маленький Акума, и вселись в него. Победа никогда не была такой сладкой. Маринет была права. Во всем виновата та девчонка. Никакого уважения к Чену Сифу. Кунг Фуд, мое имя Бражник. Тот, кто отведал твой суп, станет тебе служить. А тот, кто тебя оскорбил, очень пожалеет. Я доказать, что я лучший сеф-повар в мире! У меня живот скрутило. Мне тоже стало как-то нехорошо. Вы ели мой суп и стали моими слугами. Ждем приказаний, мастер. Схватите ее. Подождите, я могу... Стойте, успокойтесь. Я дочь мэра Буржуа, вы что, забыли? Папа? Я приготовлю суп под названием подростковый. Я люблю супы. Блеск, совсем скоро геройством Леди Баг и Суперкота придет конец. На выход, скорее, спасайтесь, кто может. Невежливо вставать из-за стола без разрешения. Перекрыть выходы. Что это? Карамель?
Вкусно, но пройти через нее мы не сможем. Похоже, мы в ловушке. Мой дядя все еще тут. Не переживай, я его найду. Спасибо, а я поищу выход. Вы все попробуете суп кунг-фу и будете служить мне, а я стану лучшим шеф-поваром в мире. Дядя? Не надо было набрасываться на Хлою. Придется спасать дядю. Давай, Маринет, ты справишься. Угу. Тики, действуй! Пора перевоплощаться. И, конечно же, во всей этой суматохе ты прихватил с собой кусочек командира, верно? Сыр будет на десерт. Плак-когти! Суперкот? Леди Баг, не знаю, как ты, принцесса, но я жутко проголодался. Тогда давай пообедаем. Кто это такие? Это Леди Баг и Суперкот. Они собираются помешать тебе приготовить суп. Добавь их в свой рецепт. Новые ингредиенты. Ага, замечательно. Ты, схватите их. Да, мастер кунг-фуд. Суп будет еще вкуснее с ароматом супергероев. Я не буду есть ваш суп. Глупышка, ты не будешь его есть, ты будешь в нем. На помощь, помогите! Не пересыпай, я сам тебе помогу. Не едет! Леди Баг, Суперкот, скоро вам посчастливится оказаться в кунг-фу-супе. Но сначала отведайте фирменные закуски. А вот и моллюски. Джаггет Стоун. Моллюски? Позволь уточнить, а что за морепродукт ты? Берегись! Где твой рок-н-ролл, Джаггет Стоун? Рок одно, а суп другое. Подождите, сейчас я сделаю из вас отбивную. Отлично! Нельзя терять время. Хлою вот-вот сварят, но мы этого не допустим. Выпустите меня! Живо! Этот суп стать легендарным шедевром кунг-фуда. Обязательно было подвешивать меня над этой жижей! Мои дизайнерские вещи провоняют! Не называть жижей мой суп, блюдо кунг-фуда отменный! Выпустите меня! Живо! Плохой су-шеф! Ты! Отомсти за меня! Да, мастер. Куда теперь? Ответь! Я готов отправиться с тобой куда угодно. Да-да, а сейчас вверх. Именно! На седьмом небе нам самое место! Рано обрадовался. Искра, промелькнувшая между нами, вызвала замыкание. Да ну. А по-моему, мы попросту оба попали в непростую ситуацию. Попробуйте мое фирменное блюдо с копчеными сосисками. Похоже, впереди у нас бой едой. Я люблю сосиски с картофельным пюре. Добро пожаловать в знаменитый 36-й номер этого отеля. Надо аккуратнее, а то из нас самих сделают пюре. Ты мне не соперница, Леди Баг. Пора выставить счет, кунг-фуд. Забери талисман суперкота и принеси мне немедленно мое кольцо. Ты выбрал не того супергероя-буржуа. Ты наверняка не сможешь так. Уверена, Леди Баг? Ха-ха-ха!
Отлично, миледи! Ну что, пора найти шеф-повара. У них в голове каша! Мой рецепт будет неполным без этих двоих. Схватите их и не подведите, иначе окажетесь в супе. Да, мастер. Моя прическа испортилась. Знаешь, сколько времени я делала укладку утром? Скоро ее вообще не будет. Леди Баг, помоги! Почти на месте. Так, от этих драк хочется есть. Кунг-фу милосердие. Вам не придется выбирать между сыром и вкусным десертом. Получите все. Сейчас вы увидите знаменитый фокус тысячи летающих печений. Ого! Наши гости и сами знают пару фокусов. Тогда отведайте ослепляющие вонючие сырные бомбы. Ой, он прав. От этой вони даже глаза режет. Ты не справишься с моим... Эй! Что ж, самое время приниматься за горячее. А, температура сету надо. Пора добавить главный ингредиент. Нет, 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 нет. Леди Баг, почему ты так долго? Я всем расскажу, что ты... Ой. О, нет! Теперь мой суп будет безвкусным! Ты выше этого! Возьми себя в руки, Чен Сифу! Я не Чен Сифу! Я Кунг-фуд! Лучший шеф-повар в мире! И я доварю свой суп во что бы то ни стало! Назад, Хлоя! Я сам разберусь с вами, щенята! Акума наверняка в поварском колпаке. Достань его! Любишь поострее? Супер шанс! А, чек? Намекают на завершение обеда? Вы решили победить меня куском бумаги? Кто бы говорил, Кунг-фу, ты сам пытался побить нас сосисками и сыром. И, кстати, безуспешно. Супер-кот, он достает оружие из сумки. Уничтожь ее. Понял. Котоклизм. Твое время вышло, Акума. Бабочка. Чудесная Леди Баг! Эта злодейская трапеза была идеальной. Месть — это блюдо, которое подают холодным. Берегитесь, скоро я нанесу очередной удар! Научишь меня готовить суп поднебесный, Чен Сифу? С удовольствием, Маринет. В кулинарии слова не нужны. Да что вы! Опять готовите суп? Да я их терпеть не могу. Думаете, жюри в моем лице это одобрит? Твой отец исключил тебя из судей. Нет, не так. Я сама ушла. Я думаю, Чен Сифу с Маринет сами справятся. А настоящие судьи это оценят. Возмутительно! Просто возмутительно!
Чен Сифу, ваш невероятный суп поднебесный получил самые высокие оценки, и вы победили в финале! И скоро это особое блюдо появится в меню ресторана моего престижного отеля. Рок-н-ролл! Поскорее бы попасть домой и посвятить песню супу! Спасибо, но это больше не суп поднебесный. Он называется суп-маринет. Ши-ши! Пожалуйста. Маринет, подойди и встань рядом с дядей. Он лучший шеф-повар в мире! Да, я за. У меня было очень важное дело. Что тебе нужно? Что? Даже не думай об этом. Этот образец совершенно не подходит. Нужно было в точности следовать эскизу. Ну и что мне теперь делать? Показ через 3 дня. Нет, не бери его, оно не годится. Позвони Натали, она даст другие имена. За маминой картиной у него тайник. Обожаю чужие секреты. О, да! Давай, открывай! Я не могу. Отцу не понравилось бы, что я роюсь в его вещах. К тому же я не знаю кода, у меня сейчас фехтование. Вот не умеешь ты развлекаться. Флаг! Нет! Так, что тут у нас? Книга о Тибете, старый чек из отеля, обычный хлам. А где что-то интересное? Я где-то уже видел эту книгу. Да ладно, я умираю с голоду. Где мой камамбер? Интересно, почему папа хранит ее в сейфе? Бражник! Что этот монстр делает в книге о супергероях? Сыр! Ты что, не слышишь? Эдриан, ты опоздаешь. Я искал домашнюю работу. Лайла знает принца Али! Она даже летала на его частном самолете! Почему Джаггет Стоун написал песню о Лайле, когда мог посвятить ее? Лайла знает всех голливудских режиссеров. Она обещала рассказать обо мне самому Стивену. Лайла? Да, она теперь будет учиться у нас и уже дала эксклюзивное интервью для Леди Блога. Ведь Леди Баг однажды спасла ей жизнь. Кто она такая? И что она делает рядом с Эдрианом? У Лайлы такая потрясающая жизнь, и теперь она учится у нас. Она такая классная. Что? Не говори так. Это очень плохо. А вдруг Эдриан влюбится в нее? Я никогда не летала на частном самолете, обо мне никто не писал песен, и я никого не знаю в Голливуде. Эдриан забудет обо мне. Пошли уже куда-то. Аля, мы должны их остановить. Да успокойся ты, Маринет. После интервью с Лайлой у моего блога рекордное количество просмотров. Да что же это? Такое ощущение, что эта Лайла всех успела охмурить. Может, ты ей просто завидуешь, Маринет? Кто? Я? Завидую? Ну нет. Где она? Маринет, книга Эдриана. Мне надо ее просмотреть. Да зачем тебе эта книга нужна? Прячься. А теперь займемся домашним заданием по истории. Вместе гораздо веселее, правда? О, что это? Да так, ничего. История о супергероях. Я обожаю супергероев. О нет, похоже, я опоздала. Леди Баг! Она потрясающая! Чтобы быть потрясающей, не обязательно быть ей! Дело не в ней, вернее... Вот, значит, где твое слабое место, да? Мое? Да нет, что ты! Знаешь, а мы с Леди Баг очень близкие подруги! Правда? Можем поболтать о ней, только не здесь. Встретимся в парке после школы, и я все расскажу. У меня урок по фехтованию через 58 секунд. Значит, в парке? Конечно! Супергероини леса? Интересно. Маринет! Я
знаю. Надо будет поговорить с Эдрианом до их встречи в парке. Пусть знает, что она воровка. Нет, не надо пока ничего говорить Эдриану. Мне еще раз нужно заглянуть в книгу. Если это то, что я думаю, мы будем должны ее заполучить. Ничего не понимаю. Зачем она нам нужна? Объясню, когда буду уверена. Пожалуйста, нельзя спускать с Лайлы глаз. Мы с Леди Баг лучшие подруги. Враги. Смотри, вон она. О, мы слишком далеко. О, привет. Ну вот, он уже пришел. Она бросила книгу в мусорку. Невежда. Я должна ее заполучить. А ты займись Эдрианом. Тики! Значит, ты знакома с Леди Баг? Серьезно? Это та самая книга. Леди Баг не только спасла мою жизнь, но и стала моей подругой. Ведь у меня с Леди Баг есть кое-что общее. Об этом я и хотела рассказать. Я сама потомок супергероини Лисы. Вальпина. Вальпина? Вальпина? Погоди-ка, по-моему, я читала о ней в этой книге. Конечно, она есть в этой книге. Это одна из самых важных супергероинь. Более могущественная и известная, чем Леди Баг. Кстати, между нами, Леди Баг нет даже в первой десятке. Этот кулон подарила мне моя бабушка. Что-что, брать она умеет. Книгу спасли. Теперь Эдриана. Перевоплощение! Тики, давай! Хочешь сказать, что это твой талисман? Ну, привет, Лайла, как дела? Давно не виделись. Смотрела твое интервью в Леди-блоге, молодчина. Конечно, я помню, как мы сблизились, когда я тебя спасла. С тех пор мы даже стали лучшими подругами. Только напомни, когда это я спасла тебе жизнь, Лайла? Я не припоминаю. Ах да, конечно. Как я могла забыть? Никогда! И никакие мы не подруги. Она просто пытается произвести впечатление на тебя и на всех вокруг. Значит, выходит, все-таки ты не потомок супергероини? Она скорее супер-врунья. Я не вру. Стой, Лайла! Какая муха тебя укусила? В смысле, зачем ты так? Я не терплю лжи, особенно в свой адрес. Да что с тобой, Леди Баг? Может, я и перегнула палку, но зато она больше не станет мне досаждать. Теперь Эдриан не станет со мной дружить. Я ненавижу тебя, Леди Баг! О, зависть и лживость, и желание стать супергероиней – это особо идеальная жертва. Лети, мой маленький Акума, и вселись в нее! Вальпина, мое имя Бражник. Я даю тебе силу иллюзий. Отныне твоя ложь будет оживать. Убеди Леди Баг и Суперкота, что ты настоящая супергероиня, а потом предай и укради талисманы. Я к твоим услугам, Бражник.
супергероиня, которая нужна вам! Альбина! 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 Альбина? У нас появилась коллега! Тебе не кажется странным, что супергероиня появилась вот так, из ниоткуда? Зато она справилась с работой. Если бы не она... Я бы с легкостью остановила метеорит. Да ладно, расслабься. Я просто говорю, что она классная. Привет, ребята. Молодцы, что пришли. Мне нужна помощь. За мной! Глазам не верю. Это же сам Бражник. Он никогда не показывается. Интересно, что он затеял? Мы сможем победить его, если объединим наши усилия. Надо полностью проявить наши таланты. Рассчитывай на нас. Кстати, очень приятно познакомиться, Суперкот. Крутой костюм. О, спасибо. У тебя тоже, Вальпина. Сначала метеорит, потом Бражник, и все это в один день? Тебе не кажется немного странным? А с чего ты так решила? Я спрашивала Суперкота. Ты сегодня немного странная, миледи. Все хорошо? Лучше не бывает. Скажи, Вальпина, а где твой талисман? Вот мой кулон. И какую способность он дает? Я могу летать, и я суперсильная. Он уходит! Леди Баг, заходи слева. Суперкот, ты справа, а я пойду сзади. Нет, я пойду справа, Суперкот сзади, а ты... Слева. Ладно, мне совершенно все равно. Хорошо. Да успокойся уже, она одна из нас. Он бежит прямо в мою ловушку. Где же он? Ясно. Хорошо, теперь вторая. Где же он? На твоем месте, подруга, я бы не двигалась. А? Не переживай, Леди Баг. Друзьями нам не стать. Зато теперь ты не скажешь, что мы друг друга не знаем. Лайла? Зови меня Вальпиной. Ты не супергероиня. Ты пораженная Акумой, жертва Бражника. А все считают меня супергероиней. В том числе и Суперкот. Так что ты больше никогда не будешь называть меня лгуней. Ведь все подумают, что врешь ты. Забери серьги, Леди Баг, ее талисман. Живо! Но прежде чем избавиться от тебя, я заполучу твой волшебный талисман. Никогда! Ты правда думаешь, что у тебя есть выбор, Леди Баг? Или быстро отдавай мне талисман, или я разрушу вон то здание. Ты этого не сделаешь. Помогите! Что случилось? Стой! Это все иллюзия, как и метеорит, и как Бражник. Вот твоя сила, Вальпина, так ведь? Иллюзия, ложь, конечно. Точно. Вальпина с тобой, Суперкот? Нет, и Бражника я тоже найти не могу. Забудь, его вообще здесь не было. Не было, мы же его видели. Это способность Вальпины, она создает иллюзии. Бражник был миражом. То есть ты хочешь сказать? Она не супергероиня, в нее вселился Акума Бражника. Не понимаю, зачем ему это? Наверное, это я виновата. Я ее разоблачила перед тем, кто ей нравится. Да ладно. Она наверняка сейчас пойдет к нему. Я пришлю тебе его адрес, до встречи. Я мигом. Но дорогу я уже знаю. Суперкот был бы более полезен в этой ситуации. Если я нравлюсь Вальпине, я справлюсь с ней без суперкота. Доверься мне. Ты правда думаешь, что победишь Вальпину без суперспособностей? Без меня? Прячься, Плак, она идет. Эдриан! Привет. Кто ты? Помнишь этот кулон?
Я не знала, как сказать тебе правду. Но сейчас ты хотя бы сам видишь, что я не вру. Я правда супергероиня. Лайла? Можешь звать меня Вальпиной. Прости за сегодняшнюю сцену в парке. Леди Баг завидует, потому что она слабее меня. Только Леди Баг — это не просто плод твоего воображения, Вальпина. Где его носит? Ждать нельзя, время дорого. Теперь ты видишь, как она мне завидует, и тебе, и нам. Но на этот раз ты не испортишь мне свидание, Леди Баг. Извини, но вообще-то это не совсем свидание. Я имею в виду, что эта встреча вполне может им стать. И не надо так злиться. Прости, позволь мне кое-что сказать моей врушке-подружке. Пойми, иллюзии и реальность несовместимы. Ну, что я тебе говорил? И что? Когти! Прости за опоздание, долго искал дом. Иллюзии! Суперкот, она забрала Эдриана! Это тоже иллюзия! Почему ты так уверен? Мое шестое чувство, оно не подводит. Правда? Неужели? Эдриан пропал! Спорить с ней бесполезно. Сейчас же отдайте талисман, Илья! Я думала, ты его любишь! Гораздо больше я жажду увидеть ваше поражение. Только без обид. Она врет! Это очередная иллюзия! Хочешь проверить? Не надо, Леди Баг! Нет! Вон она! Победить Вальпину. Шоколадным мороженым? Верь мне. Готов? Катаклизм! Капкан для лисички. Тебе конец, Акума. Маленькая бабочка. Чудесная Леди Баг! Лайла? Леди Баг! Я поступила очень некрасиво, унизила и оскорбила тебя. Прости. Забудь, Леди Баг, ты права. Мы не станем подругами. Да уж. Она еще злится. Ты еще не покончила с Вальпиной, Леди Баг. Вы еще обязательно встретитесь. Осталось решить последнюю задачу. Где Эдриан? Все вернулось на круги своя, так? Значит, он дома. Это надо проверить. Нет, подожди, я сам. Ты вот-вот перевоплотишься. Ты тоже? Не спорь, я все сделаю. Это упрямство так, так завораживает. Эдриан? Ты тут? Можно войти? Это Леди Баг. С тобой все в порядке? Да. Просто решил принять душ после этих волнений. Ну да, конечно. Но все, мне уже пора идти. Спасибо. С этой
книгой я могла бы пообщаться с Эдрианом без маски, Леди Баг. Но я понимаю, что мне нельзя ее возвращать. Мне очень жаль, Маринет, но это слишком ценная информация. О чем ты? Тут же все закодировано. Я знаю того, кто уже давно ее ищет. Он сумеет расшифровать коды. Так что же в этой книге такого особенного? В ней содержатся тайные способности талисманов, но в руках плохого человека она может стать опасной. Ее нужно отдать. Так что происходит? Кому отдать? Я тебя не понимаю, Тики. Настало время встретиться и познакомиться с великим хранителем. Плак, ты не брала собственную книгу? Конечно, нет. Если он заметит пропажу, у меня будут проблемы похуже Бражника. Здравствуй, Леди Баг.